Машины приезжают, сидят, гуляют и оставляют мусор за собой, не убирают. Чего здесь только нет. Пакеты, бутылки, пачки сигарет, пластиковые стаканчики. Такие наборы туристы оставляют после себя рыбаки. Мусорят не только по берегам, но и на льду. Убрать мусор нужно как можно быстрее, иначе не избежать беды. С остатками снега во время паводка мусор может попасть в озера. Засорение идет в водоемы, то есть это опять же гибнет рыба. Вот, например, пакеты вот полиэтиленовые, они же не разлагаются, ничего. Вот они вот попали в воду, это же опять грязь. Рыбаки со стажем Владимир Матвеев и Сергей Смирнов приезжают на Шатурские озера каждую зиму. Водоемов много, да и улов здесь всегда хороший. К природе относятся, как и полагается, с уважением. А у вас где он мусор? Ну, вон, в чемодане. В чемодане мусор, да, вы с собой берете? Ну да, мусор, конечно, много. Поэтому и такие результаты. За полчаса сотрудники мусоровода собрали 10 мешков. За два месяца очистили 50 тысяч квадратных метров прибрежной зоны. Весной стражи чистоты планируют провести уже более масштабные работы. Организовать субботник с участием жителей. Ирина Кирильна, Евгений Макалкин, филиал телеканала «Подмосковье» в Шатуре.